Всем приветики, пузатики, с вами снова Котя, и сегодня мы будем играть на сборчике Stone Block. Да, это круто. Я уже записываю фиг знает какой раз, постоянно какая-то дичь происходит, кучу раз настраивал бандикам, ОБС, в итоге нифига не помогает. Да. Вот думаю, сейчас поможет. Так, для начала надо зайти в квест. Можно на букву Ё, можно с помощью Better Quest. Вот, заходим. И для начала нам надо добыть 16 камня. Вот, добываем мы 16 камня. Из одного, кусочков камня. Из одного камня падает по 2 и по 4. Так, выполнили квестик. Все, забираем лучец, открываем. Нам падает шар на добычу. Вы издеваетесь? Куда я ее впихну? Вот куда я ее должен впихнуть, по-вашему? Стойте, я сейчас проверю кое-что. Ибо же, чтобы записывала. Да, вот, записывает. Ай, лучше закрыть. Так, делаем потом верстак в следующем в квесте. Да, я уже кучу раз это начало проходил. Так что... Кстати, камень нужно обязательно ломать рукой, ибо он не будет ломаться. Запрашиваем, и выпадает нам 64 компонента. Ха-ха! Сейчас им есть систему забутим. В скобочках. Да, если что, постарайтесь не замечать то, что останавливается и чуть-чуть в другом моменте. Просто я в этих местах кашляю. Да. Чтобы вы не слышали, я так делаю. Ибо это будут минус ваши уши. А это очень печально, когда ты оглох. Так, все, делаем все булыжника. 9 штук. И делаем две палки. И делаем себе это как там молот. Все, и добываем теперь. Тут есть вот экскавейшн, но на камень он не будет действовать. Вот сейчас докажу, смотрите. Настройка, управление, экскавейшн. Я поставил на букву Z. И вот. Посмотрите. Готово. Готово. Все, заходим, смотрим. Z. И не ломается нифига. Чтобы вы там где-нибудь писали по типу. Вот, сломай все разом. Это можно только на другие блоки, кроме самого как раз таки этого. Камня. Так, все, получили 10 земли. Запрашиваем лучистик. И дальше нам надо сделать крюк. Делаем крюк быстренько. Все сделали. И открываем. В первом падает 2 ускорялки, во втором... Восстанавливающая штука, аллилуйя, это душная фигня. Он каждую секунду восстанавливает по одной прочности, аллилуйя. Это круто. И, кстати, его крафт очень тяжелый, смотрите. Очень тяжелый. Или просто где лень. Так, что по квестам дальше у нас идет? А дальше каждого саженца по 4 штуки. Чтобы добыть саженец, берем, выставляем грязь и крюком ломаем ее. Так, получаем 3 саженца березы, 2 ели, 3 акации и 2 тропическое дерево. И необычного саженца дуба нет. Как все добуду, вернусь. И да, наконец, квест завершен спустя много лет. Да, инваровый мол. Он копает 3 на 3. То, что нам надо. Да, добавят. Так. Чё-то я тут подумал. Ладно, сейчас добуду камушка.
Ой, булыжника. Одну секунду. Вот, все, добыл булыжника. Теперь все это переделываем. Ауч, квест не души. И теперь нам надо вырастить дуба. Вот так вот шифтимся. Ауч, клавиатура. Не трясись, пожалуйста. Как я выполню квест на 16 дерева, я вернусь снова. Пока. Так, вот. Сейчас я решил вот так вот сделать и сразу ниток добыть для следующего квеста. Вот он. Так. Добываем нитки. Сразу два стака. И добываем деревца. И выполняем квест. Все легко и просто. Запрос. Сразу. Второй запрос. Потом сразу делаем. Быстро. О, немного дерева. Так, 6 штук оставляем. Делаем один полублок. Делаем. Вот так вот. Делаем вот так вот. Потом засовываем сюда саженцы, чтобы вода докапливалась. Потом и делаем сито. Да, в принципе, на будущее я сделаю сито тоже. А, блин, да это же полублок. Тоже не забывать. Два полублока оставляем. И вот так вот кладем. И все. 9 сито готово. Потом делаем 9 просеиволок. И сразу. Все квесты готовы. Ай, я ступил. Ладно, ничего страшного. С кем не бывает. И сразу, овер дофига квестов. Так, соем сюда саженцы. И открываем лотчестики. Так, сразу, 4 лотчеста. Первый. Фигня. Второй. Не знаю, фигня. Третий. Пока что фигня. Четвертое. Пока что фигня. Фигня, фигня, фигня. Фигня. Одна фигня. Почему везде всегда фигня? Так, очищаем. И ставим сюда сразу. 9. Блин, я подумал, что не так. Расставляем сито. И нам сказано. Сделать ведро воды. Сейчас будет делаться. А во-вторых, сейчас я буду добывать гравий и это. Как, ну короче, берем просто вот так вот. Копаем. Ауч. Без шифта лучше. И добываем булыку. Потом просто. Легко и просто. Так, насобираем, во-первых. Потом берем сразу стак, ставим. Рандомно, хаотично, пофиг как. Все равно потом снесется. Логично? Логично. Потом берем хаммер и ломаем. Получается стак гравия. И берем. Все, 9 штук одновременно просеивается. Круто, круто. Быстро, удобно, практично. Ну и остается один. Просеиваем и получаем гравий. Потом берем
делаем вот так вот, по-моему. Я точно не помню. Так, делаем сито. И забираем лучистик за него. А, у меня минус инвентарь. 9 апгрейдов. Круто. Спасибо. Сделаю сразу сундук. Чтоб место было. Так, быстро выбрасываем нитки. Ой, сейчас сундук ачивка. Так, убираем все лишнее сюда. Нитки тоже. Так. Что теперь? А, да, забираем лучесты. Два лучеста. Первое. Хе-хе. И куда это теперь? Вот прям говорит сборка, сделай ты мне систему в начале. Ну как я ее сделаю, блин? У меня нет ресурсов. Как я? Так, сейчас надо железное сито. Спокойно. Нет, не спокойно. Беспокойно. Если будет 4, сделаем железное сито. Да, готово. Все. Берем печечку и ставим уголь, ставим и ложим мы. Так, ну и я не стал ставить, сразу сделал железное сито и собираем за него лучистик. Открываем солнечные панели в темноте. Найс. Смотрите, если заменять, допустим, одно сито, сейчас покажу, так. Выставляем, допустим, вот так вот. Все. То он будет просеиваться по одному. Так что лучше просеивать сразу много. Но без шанса выбить алмаз, чем по одному. А пока я заканчиваю на этом серию. И что ж, дорогие друзья, мы остановились на данной теме. И выросло дерево, потому что я шифтился. Да. Шифтиться, круто. Да, я забыл в дереве. Опа-да, хабером. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Котик. Всем удачи, всем пока.